Здрасте! Погоды нам прямо... Не фартит. Да, прям палки в колеса вставляют нынешние. Не фартит вообще ни разу. Вчера обсохли. Ну, видели уже, наверное. Сегодня встали в 8 утра. Ясно, так хорошо. Пока собирались, пролетели тучи злые. Мы-то остановиться не можем. Шило-то уже превратилось в кол. Поэтому мы прём на реку. На тот самый брод, который вы видели в прошлом, вчерашнем ролике. И подумали мы следующее. Камеру я брать боюсь. Потому что, во-первых, дождь, во-вторых, вода снизу. Сверху вода, снизу вода. Топить можем, как нехрен делать. Сейчас до тут доедем, походим, все, с надолго не хватит, часа на два. Вылезем и покажем, что если мы что-нибудь найдем. Если не найдем, конечно же, не покажем. Ох, кто-то вылетел навстречу. Вот, потому что оборудования, к сожалению, так немного съемочного. Еще не хватало его потопить. По сути, из поисковки только скуп и прибор один, больше ничего. И нож на шее. Больше ничего не берем. Потому что дождь периодически льет. Ну тут вот они говорят, они налетают, улетают, налетают, улетают. Вот эти вот какие-то прям мрак. Опять же снег обещают. А? Конец сентября. Конец сентября, нормально. Что, хорошо, хоть сугробы еще не вывалились. А что, вчера были? Ну, на машинах, да, чуть-чуть. Ладно. Сдоедем. Долезем. Вылезем. И покажем. Итак, переодевшись. Короче, прошли мы по этой реке. 150 метров. 150 метров всего оказалось. Топали. Мусор чистили, выгребли. Кучу пробок, проволоки, тюбиков каких-то. Понятно, пока ничего не было. Ну вот ладно, дальше пойдем. Мы думали, мы далеко ушли, в итоге мы до этой мельницы так и не дошли. Даже и половины не прошли. Замерзли, вылезли. Сейчас проехали дальше, будем бить лес, пока распогодилось. И пойдем сейчас, кстати, вот туда, к сторону мельницы, только через лес попробуем пройти. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Пока что получается все. Должны мы были где-то вот до суд тогда и дойти по реке. Здесь далеко идти. Какая красота, все то же самое. А вот там на горе и деревня, собственно. Где-то должна быть. Далеко мы не дошли-то. И река заросшая. Можно, прям, если вот так вот поставить точку в центре. Где пруд, помнишь? Ага. Там он на горе, да? Ну, там, да. 200 метров. Вон, да, тут, до центра деревни. Ну, то есть вот здесь она. А дорога, скорее всего, была по краю реки. Да. Я так думаю. Ты здесь хрен походишь. Крапивище, мрак. Ладно, выбираемся. Лес пустой. Выбрались из лесу. Лес сегодня молчит. Вернулись на поле, на котором вчера закончили. У нас какое-то поэтапное это. Вот это направление. Открывается одно за другим. Так что? А фиг, значит, покажешь. Может, 5 крестов. 46-й год. В одной ямке. В одной ямке, да. Хорош сахаром. Зато сегодня снега не было. Снега не было. Да видите, я еще не ходок по лесам сегодня. По причине того, что я вчера с помоста у нас в доме на стройке грабанулся. Отбился ногу левую. По воде-то я нормально сегодня лазил с утра. Там идешь медленно, аккуратно. А в лесу палки, через них скачешь, и в итоге через полчаса идти не можешь вообще. Вот.
Ну, вчера здесь вылетела еще полушка у меня. Может быть, что-то и будет. Время еще пока есть, пару часов. Ну вот, хорошую находку дали. Ну, к сожалению, не очень сохранившуюся. Ну, хорошую. Попробую приблизить, показать. Ну, короче, петры надо отмачивать. После реформы. Ну, да. Давно не было петровского ничего. Прошло. Да. Так, други, у меня сигнал. Сигнал. Такое можно даже онлайн капнуть. И постепенно нам открывается эта сторона. Очень медленно. Что-то не глубоко. У меня тоже было не глубоко. А полушка вчера была глубоко. Че? Так быстро руками шевелишь, я с тобой не успела. А? И что это? Монет какая. Что это? Это я... Щи. Ну, монета. Ладно, потом отмачивать будем. Если что-то вылезет, то покажем, интересно. А если нет, то нет. Интересно. Все находки вот с этого пятака. Крестик. Выглядит, как будто он позолочен, что ли. Да ну нет, там белые эмали какие-то. Или окислы. Домой. День второй. Наконец-то едем за Витей сейчас. И пробуем пробраться на одно тайное место. Пока есть возможность. Показываю, рядом с деревней поставили светофор, расковыряли дорогу. Сейчас покажу, как расковыряли. Обалдеть. Не могли понять, что. Светлана, наша библиотекарь, сказала, что там плывут. Убирают они. Ну, там действительно ямина, наверное, метровой глубины. Да, сделали слив. Сейчас поедем, покажу. Повозка пошла и было. А вон какую-то кучу привезли, сыпали, что ли. Или Тани Круг. Нет, они кучу привезли. Это уже кучу привезли, засыпали. Вот, смотрите, какая ямина. Видели? Слив они уже засыпали. Слив засыпали. Не засыпали. Вот слив. Вчера прям ручьем туда сливали. Да. Здесь плывут. Видимо, у них дорога начала съезжать. Вот они расколупались. Здесь вообще такая местность достаточно. Как сказать-то, не центровая. Все, едем, день второй. Может быть, что-нибудь там сегодня улыбнется. От улыбки станет мир светлей. Бьем лесок. Сейчас потом, ну, с берега отсюда покажу церковь. Он такой кап болтает. Достал сейчас, короче, кусок крестика сломанного. Любка конину. Ну, пока засидка была. Пока что интересно. Вот она, церковь, но она за рекой. Сейчас попробую снять. Сейчас все размазано. Вон они. Вот она. Так, у Виктора у нас отличился. Сейчас. Такое колечко серебряное. 84-я проба, старенькая. Здесь, наверное, камушек был, но целое, гнутое, целое. Офигенно. Всегда будешь с нами ездить. Он как с нами едет, обязательно серебро находит. Завтра снова поедем? Поедем, а чё ж нет. Люб Сурочич притащил, ну вот здесь дома где-то были. Я так понимаю. Крестик. Да, хороший сохран.
Здесь не очень, а здесь вообще замечательно. Хорошо. Ну, а по краям, конечно, вот тут вот пристанище. Алкашни? Трактористов. Вон дерево стоит, тоже старое. Там еще крупнее. Это дуб, что ли, я не вижу? Береза. Не, вон, вон, такой вот. Береза? Береза. Они, это, ну, лет, ну, на 80 она натянет. А вот там постарше деревья есть. Липа старая, липы дольше стоят берез. Так, вот она дорога, нашли ее. Вот прям идет. Вон туда. Здесь, так, у меня рамочник, а у Люб какая-то прикольная пластиночка. Украшалочка. Во! Тонкая. Тонкая, да, но прикольная. Вот такая вот. Канин, наверное. Канин похож что-то. Ну, больно тонкая. Дайте взад. Сейчас дам. Мой рамочник. Мы пойдем по дороге, попробуем туда сходить. И вокруг нее, кстати, тоже. Смотри, здесь ходильный лесок-то. Такой. Ну, не убитый. Ну, более-менее. Так себе. Вот так. Пока что она хорошо просматривается, эта дорога. Кто-то там колупается у нас. Еще один рамочник, но гнутый. О, друзья, какую красоту. Сейчас, да, сейчас дойду. Подожди. Как она? Глинище, да? Глинище. Называли ее так раньше. Да идет, естественно. Покажу. Красиво. Ух, вот тут бы на островах-то полазать бы. Ух. Тут один перекат. Хорошо. Там второй перекат, там третий. Ну, здесь глубоко. Здесь, да, вот там мелко. Здесь вон еще один перекат идет. Вон, видишь, гравийная прям нас. Ну, тут сейчас смысл туда лезть нету, наверное. Пошли дальше по дороге. По дороге пока, пода, потом, ну, хоть, ой, блин, красиво. Как капок курбский, ну, такой да, же. Пониже только, наверное. Да сейчас такой же, наверное. Не повыше, нет, такой же. О, что-то моросить начало. Вот здесь реку-то побить. Мы не... Да. Ну где? На перекатах он здесь. Ладно. Так, о, камень. Вот я вчера такой же из реки притащил, тоже пищал. Сейчас траком попробую. Так. Не пищал. Советик 61-го года. Здесь вот, возле речечки. Среди такой, да? Ага. Маленький клен, красенький. О! Прикольно. Вон, лезем через лес. Пряжечка металлическая. И там яма домовая. Вот вроде ничего же здесь не было, ни по картам, ничего. Куча железа везде. Вот такая ямина. Вот интересно, что тут было. Все, выходим сейчас с деревни отсюда к машине. Там трактор работает. Боимся, что у нас запашет. Я не тебе. Боимся, что сейчас запашет, не выйдем. Там с дороги. 26-й годик. Такая красота. В эмалях. Еще даже сохранились. Здоровый. Держи. Короче, попалась вот такая серьга. Чуть не можем понять, из чего она. Но проба есть. Да ну ты что, я не увижу. Я попробую, конечно. Ой, нет. Не видно. Ну как же ее потеряли-то? Вместе с ухом, что ли? Видишь, да не, ну расстегнулась просто. Все, ладно, потом посмотрим. Так, сейчас. Ой, ну, по цвету, да. Скорее всего, сейчас год. Не то. Скажу, не то. 71-й. Поздний. Почему я говорю, в лесах-то еще что-то попадается. Вот такая гайка у нас выскочила.
Что нарисован? Непонятно. Какой дядька, что ли? Нормально. По ювелирке сегодня день. Здесь столько этих ответвлений и прочего. Так, понятное дело. Правильно. Я вот здесь изначально и шел, где я конин нашел. Вот это. Вот поэтому ответвление. Вроде песок. Какой песок? Глина. Глина? Ой, господи. Как же и плохо. Да. Так, други, да. Вот такая находка чудная. Двигаем к машине, находились. Вот такая хреновина. Воин рядовой. А, русский воин рядовой 1911 года. А цена интересная есть. Я, знаешь, что узнал? Ой, блин. Типа, если... Как значки типа? А, ну да, если цена есть сзади, то нет. То не ценится, да. Если. Слушай, даже это сохранилась штучка-то. Заколка. Да, вон она. Обычно отламывается. Не, это целая. Вот, заехали показать, что у нас за селом-то делается. Посмотрите, бескрайние они все перепахали в грубятину. Вот здесь тогда возле кустов-то я полуполтину поднял. Красота. Так, друзья, ночь прошла, день третий. От деревни, которая за моей спиной, шла крупная дорога на село, которое со старой разваленной церковью. Ну, до нее мы, конечно, не дойдем, до церкви, здесь далеко, через реку. Но проверить саму мы хотели давно. Проехали. Попробуем. Так, друзья, идем в сторону леса. Понятно, по полю проверяем. Охран здесь будет ужасно. А это твой коп? Нет, вообще не коп, я посмотрела. Даже непонятно, что это. Ой-ой-ой. Беда. Да-да. Ну да ладно. Добрались вот до края леса. Нам вообще вот надо туда. Но здесь вы видите, что происходит. Бобры чудят. Все затопили. Любка там где-то дорогу нашла, сейчас посмотрим. Думали по плотине, по самой бобровой пройти. И дорогу-то видно. Да, дорогу видно там хорошо. Что вообще не вариант. Ну тут просто. Тут что? Даже чтобы до плотины дойдем, болото. Вон гребень начинается, вот он. Вот она, ихняя плотина вся идет. Так она в два ряда идет, она ступенчатая. Паразиты зубастые. Все план нам порушили. А если попробовать через это поле? А ты посмотри, там вот эта вот херня, мне кажется, может, здесь ручей какой был. Ну, да. Он идет вон до тут, до конца. Я только думаю, что они там тоже постарались, блин. Здесь же их никто не трогает. Угу. Они херачат. Вон тропы их кругом. Да. О, тропа идет. Из воды выходит. Вот она вышла, и куда-то они пошлепали. В магазин, наверное. Да вон. Куда они пошлепали? А что они сюда ходят? Да вон все бревна погрызаны. Погрызаны? А, точно, вот. Все сожрали, поросят. Двигаемся по дороге, по лесной. Нашли вот такую хрень. Сейчас фокусируюсь. На ремешке куча вот таких вот звеньев, пряжечек. Что это интересно было? И по отдельности, да. Вот целиком вот на ремешке еще не было. Вот там мосы. Будем обходить. Здесь мох кругом. Запчасти от керосинки, я так понимаю. Крутяшка. Клапан сам. Ну, не клапан, а вот откуда торчал. Фитилек. Как интересно. Господи, сколько же в этом лесу дорог. Это просто что-то. С одной ушли, на другую попали. Понятно, 43-й год. 43-й год рамошник. Сохран.
Бульмени. Ну, в окислах, да, но живой. Вполне себе живой. Ну, чуть дорога не бита. Ну, здесь вообще вот в этом лесу, сколько мы лазим по этим дамам, я ни одной ямы не видел вообще. Сюда никто не... Ну, почему? Я видела. Только где? Это кабань. Ну, кабаних-то полно. Конкуренты наши тоже роются. Кабаних много. Ну, идем туда, значит. Туда. Ну, пошли. Следующая находка. Вот она, дорога продолжается. Здесь выход с поля. Советы. Ну, по нашим предположениям, они тут должны попадаться. Ну, да. Но через 400 метров будет перекресток имперских дорог. Ну, это посмотрим. Может, там что выпадет. Может быть. Здесь выскакивает. Очень редко, но что-то интересное. Я, короче, значочек выпал. СССР. Угу. Это не донор или? Похож. Готов к сдаче крови. Санитарный. Как санитарный? Обороне. О, как. Покажу. Вот так вот. Готов к санитарной обороне СССР. Ушко. Ушко нет. Пойдет. Перли-перли через лес. Посмотрите, на какую красоту пришли. Болото. Запах, да, шикарный. Тут надо... Жалко, камера не передает. Прям тут мох кругом, вот этот тот. Под ним булькает, естественно. Так, аккуратно сейчас кочками перебираемся, чтобы где-нибудь не утонуть. Вот там вода, походу, вот видите. Такой насыпь или не насыпь, что это такое, не знаю. За ним, походу, то ли озеро, то ли фиг знает. Попробовал туда пройти, там топка. Ну, в баню здесь. Потом никто тебя не достанет, а ты останешься здесь булькать. Вот, идем туда дальше. Точно, там озеро лесное. Вон. Двушка 29-го года, убитая. Ну, убитая, она погнута. А, погнута. Блин, ну как же не сохраняются, металл? И вот такой вот пожарный ров. Чешем к машине, метров 200, наверное, осталось. Водочная пробка, пуговица от школьной формы и пуга-гирька. Я вообще умираю над этим. Еще с рисуночком с каким-то. Надо будет очищать, смотреть. Руки черные. Нашли крокодила, который солнце проглотил. Нет, школьника. И школьника. От которого остались пуговицы. Во, какой прикольный. Все, набродились, прошли около 5 километров. Вот, ну, находки вы все видели. Сейчас это общий видос, да. Ну, по сути, за 2 дня, да, получается, за полных. Хождений. Находок очень мало. Ищем новые места. В основном по лесам. Еще вот сейчас еще пуга-гирька. А, ну я, по-моему, снимал. В этих посадках, в принципе, я не ожидал их найти. Видимо, здесь... Крокодил, да, снимал. Крокодил прикольный. Который солнце проглотил. И школьника сожрал тоже. Вот на этой чудесной нотке. А, это знаете что? Я понял. Тут недавно. Это роллы для коров.
со вкусом сена. Вот, на этой замечательной нотке откланиваемся. Всем пока!